Раньше в каждом доме на этой улице жили семьи, и можно было слышать смех детей. Все в порядке, тут холодно. Бабушки нет внутри, а ключ я забыла дома. Есть хочешь? Нам не нужно, чтоб нас оберегали. Просто пытаюсь сберечь себя. Я все еще ищу ответы. Я просто больше не знаю вопросов. У меня запачканные руки. Как бы сильно я ни старался, я не могу смыть прошлое. Прости уж за запах. Мне надо привыкать. За твою работу. Хорошо. У большинства ребят, которых я спонсирую, трудные времена во время работы. Но ты сделан совсем из другого теста. Да, это не работа, это прощение. Твоя бабушка будет волноваться. Ты не мой отец. Или ты находишь способ смириться с этим, или это объявляет тебе войну. Чё надо? Мы закрыты. Мне придется расчехлить тебя. Чё? У Бога есть план. Мы никогда не сможем вернуться домой. Убей девчонку и старушку. Сделай это грязно. Я собираюсь все исправить. Оборонять дом? Охотиться. Мусорщик не всегда был мусорщиком. Отправь меня убить смерть косой. Помимо того, что я знаю, как помириться, я смог. Как вы узнали этот номер? Так же, как и узнал твой адрес. Бум. «Одинокий волк». Озвучено для канала.